Сардан, время пошло. Клеопатра, Клеопатра, первый сбой. Впереди сбор. Клеопатра, перехват. Дорожка, как видите. Впереди гнедой жеребец. Сбор под управлением наездника первой категории Бархатова. На второй позиции Табор. На третьей Кобальт. На четвертой Клеопатра. Очень грязная дорожка, очень грязная. Лошади берегутся. Так, впереди по-прежнему Бархатов Николай Константинович, наездник первой категории, на гнедом сборе. Полкруга пройдено за 1 минуту 32 секунды. Бархатов с большим отрывом идет впереди. На второй и третьей позиции голова в голову идут Табор и Кобальт. На четвертой позиции Клеопатра. Кобальт занял вторую позицию. Лошади приближаются к последнему повороту. Впереди по-прежнему сбор. Однако Табор и Кобальт сокращают разрыв. Заезд закончен.